Крысоватый вот этот там где-то. Где он есть? Блять. Это реально 10 из 10, то есть я... Нет слов. Так, может, по большой стройке там тоже бот шарит. Зашел? С главного забегает кто-то. Убил. Я в туалете. А, у нас есть слева. Где? В углу. В каком углу? Запрыгнули, запрыгнули. Понял. Со второго тогда захожу. Я пристрою. Хорошо. Не ты, я пристрою. Ты их держишь? Да, 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 да. Они в комнате в этой? Да, они в комнате. Ну все, хана им, держи их. Бля. Минус. Так аккуратно, граната. Я нет. Понял, я слышал. Ты мутант? Да, вот. МП7, ладно, мусорка. Руки не отхилил. Ну, то есть, зашился, но пойдет. Молодого человека. Поэтому с пристроя просто встану. Этаж возьму туда, в сторону. Дам гранатку. О, зацепил! Ранил кого-то, блядь. Чего? Ну там сидит там какой-то, значит, профессиональный. Как будем его разыгрывать? Ты на первом, да? Да, я могу с туалета выйти. Бля. Бота убивают. Чела убил на магазине. Окей, остался тот. Того со второго этажа пристроя буду. От кусты туда. Просто слушай, может быть он будет бегать. Два, три. Простреливаю просто. Душка бегает. Да. Второй этаж, первый, не понял. Не понял, запрыгиваю первый. Второй открою, можно добавить. Первый. Убил. Окей, я за. Второй этаж забеглен. Второй никого не вижу, может сидит. Выхожу с фонарем в коридор. Давай. Кусты. Кусты, забор. За двушкой. Да ёптать. Я выпрыгнул. Не спеши. Надо гранаты хотя бы у этого типа взять. А правее левее шаги были? Прямо тут у нас рядом. Смотри, может сидит там. Или уже собрал. Не-не. А что за труп здесь лежит? Мы взорвали одного. А, все-таки взорвал, может быть, его? Да. Вот и взорвал у платника. А-а-а. Вот оно где, значит. Мы ищем, ходим его. От правой двери. А-а-а. Ну вот он тут и шуршал, значит. Я его и гранатой ранил. Ну, видимо, первое, когда он крэкнул, видимо, ему хватило, мне кажется. Профилактика на холм. Давай. Профилактика в крысокуст. Тоже МП7, кстати, в этом. Да. А, он поснимал с нее эти. Это походу эти, бля. Лендмарковские зрители тут. В смысле? А, у них там мета сейчас новая идет, они снимают целики с МП7, оставляют только передний целик. И в чем смысл? Обзор хороший очень, можно без коллиматора ходить. Качественный зато. Хорошо фотографирует. Бесспорно. Да, ляг как-нибудь в труп, я сейчас по тебе похожу, так сказать.
Генка почти фуловая, если что. Я пустой. Вот такая вот у них новая мета, видите, чат? То есть можно без коллиматора просто через Iron Sight стрелять. Дальние, что ли, бегают? Душки, пирожки? Душки. Блядь! Ох ты, ёптыть! Я почти минус. Он у двушки и у забора. Я в яме. У двушки в торце. Понял, я входить пошел вправо. Почти убил меня, блин, и все, и спрятался. Чья грена? Не наша. Не наша. Вот он прокидывает, сидит. Пусть сидит в своей душке там, где он сидит, в кустах. А где были выстрелы? А то я на того отвлекалась. Перепрыжка. Вы зашли внутрь? Да. Внутри. А, бот по центру бегает. У нас по центру. У здания, которое, ну, я следующий бой. Могу убить бота, чтоб не мешал. Ладно, нашел. Никуда не могли уйти. Ориентировочно. А. Вот, например, сесть за углом. Внутри, в темном ангаре. Я отступаю, да. Я по кустам на ту сторону пройду. Попал. Да. А трупы нашли, с кем он стрелялся? Одного граната вижу. Граната внизу взрывалась. Вот, в подвале. В подвале, кстати, звуков не будет, если мы здесь, и они там. Да, я понимаю. О! Тут грена взрывалась как раз. Я на ЖД. Мы в подвале. Нет, тут никого. Чисто. Что странно, что он тут один сидел, блин? Может, стрельба же была? Была. Ну, пойдем второй этаж проверять, наверное. Ты прыгнул, Аня? Я прыгал. Я снаружи. Блядь, вот же сидит. Я же говорю, второй этаж. Ну, это был первый, он просто за углом сидел. Блин, вот реально, как бы мы и вот эти типы вообще в разные игры играем. Разный Тарков. У них вот своя игра. Кого-то подождать, там, подкрысить. Вообще разные игры. Где-то на... Гренов сзади у нас. Это этот, видимо, полудурочный бесплатно не воюет, ничего так кажется. Что так думаю. А я вот этого ты, да, тут принял? Нормально одеться. Ну, только кроме брони второй, конечно. 43-й, во второй броне. Тут уж я, на этом мои полномочия, все. Только общагом пойдем туда. Пойдем. Ну, где-то там сидит, по-любому тут там сидит. Я готов. Тоже ожидает меня, видишь. По крайней мере, не нас. Пойдем. Мне кажется, там пиплак, он так тебя хорошо пострелил. Хотя? Да нет, я же бежал просто в наглую от зеленого забора. Да, тогда да. Просто... О, блять, он себя еще там. Бля, у меня... Тихо! Сука, мы прошли его, бля. Или это не он, я не знаю, кто-то здесь. А, на этот самый, на карман. Дорога на карман. Прицеп такой камазовский стоит. Это... Я на стриме. Это 10-10? Задержка, да, стоит? Да, но у меня 4К же код включается, он автоматически ее ставит. Это реально 10-10, то есть это просто... Я до такого бы даже не додумалась. Ну-ка. Да погодите, что вы мне спойлерите? Я же еще ничего не видел там. Крысоватый вот этот там где-то. Где он есть? А! Блять. Это реально 10 из 10, то есть я... Нет слов. Он побил все рекорды, понимаешь? Блять, чат, вы даже не представляете, где он сидел. Это тупо тракторист, понимаешь? Задержите дыхание, чат. Держите свои штанишки. Ой, вот просто сейчас вот приготовьтесь.
Приготовьтесь сейчас, хорошо? Приготовьтесь. Вот мы этого ищет. Ищет. Ты разгрузку забрал? Да. Блять, я его нашел. Пошли на выход. Пошли. Выход горит здесь, можно выйти. Ты тракторист, блин, понимаете? Тракторист. Блять, я его нашел. 43 уровень. Значит, никогда бы не догадался, даже себя заспойлерил. Я бы реально такого не смог никогда догадаться. Даже нереально догадаться до такого. Ты вообще, понимаешь, ноль просто. Я даже додуматься не могла, что там можно залезть. Это вот просто, я не знаю, это вот реально? У меня аж слезы пошли, как я проорал с этого. Я даже когда увидела, сначала не поверила. А где ширкается? Лево, право примерно. Правей. Вот как выходишь, дед правей его. Вот скидывает. Опять слышу его. Убил. Угу. Еще, по-моему, там. Может быть. Да, еще. Шаги были. Ну, я должен хилиться пока. Я пока не могу пикать. Крена какая-то летит. Моя. Раз, два. Пойдем. Вы шутуете, да? Да, это мой магазин. Вы? Я это сделала. Там Гренка вперед. Он, по-моему, справа. Не уверен. Да, он справа за общагой. Понял. Ну туда флешку кидают. Че у меня тут? Я тут где-то профессионал. Убил меня! Блять. Прям передо мной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Больно! На правую кот уходит. Да, направо смещается. Я должен хилиться, иначе я труп. Железо. Граната. Вон он, пыль! Блин, меня... Ай, у меня боты, гранаты и все подряд. Понял, здорово. Там с дробовиком, да, он, Мэтт? Да, пешка меня просто в голову мне дал. Если меня шотнуть может, сука, у меня живота нет. А, через туалет заходит. Ну, давай, мышь, идем. Готов. Никнейм скажете его? Немалого там, по-моему. Блять, еще есть. Охренеть. Минус еще. У одного было дофига букв несозвучные, а второй был как раз таки вот, наверное, вот Артем. Еще двое оставалось живых, прикиньте, ну, одного я сбрил, еще двое живых, они просто прятались. Шмап, да? Играет футбол. И Бейс 7, и Мау, GG. Во-во-во, и Мау меня убил. Кто лежит? Хяунхе номер один тут лежит, понимаете? Че, Ань, ты о чем? Да я не помню, кто меня убил. По-моему, что-то такое похоже. Так, машинка-то была там вообще? Фу! Блядь! Скример, ты долбанный, блин. Еще один челик сидел, если шо. Убил тебя? Да. Вот что ты там делаешь, чел? Где что? Выпрыжка из окна в сторону платника. Пал на БПшках. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.